Опыт Плёса будет растиражирован. Сегодня на совещании зампред правительства региона Александр Фомина обсуждался вопрос о строительстве Центра активного туризма и спорта Долматовский Заволжского района. Ориентировочно сумма строительства превысит 1 миллиард рублей. Первый, самый важный шаг уже сделан – найден инвестор. Чтобы решить вопросы о количестве корпусов, о развитии инфраструктуры, строительстве дорог, проведении газа и электричества, создана специальная рабочая группа. До конца года бизнес-план будет составлен, и туристско-спортивный кластер в одном из красивейших мест региона станет более реальным. Мы рассчитываем, что получим не менее 400 миллионов по федеральных средств, порядка 60 миллионов региональных средств. Вот, ну, эти цифры будут, естественно, корректироваться по ходу разработки уже сметной документации, проекта и так далее.